Более 30 хвостиков обрели свой дом. В Самаре завершился фестиваль-выставка «Друг человека». Он проводится уже в 11-й раз. В этом году в нем приняли участие свыше 200 животных, 120 кошек и около 70 собак, проживающих в приютах. Фестиваль создан в 2018 году для того, чтобы объединить все волонтерские движения нашего прекрасного региона, чтобы все приюты жили дружно, чтобы собаки из каждого приюта имели шанс пристроиться в семью. При поддержке администрации города Самары, Октябрьского района, мы это мероприятие создали. И успешно 2 раза в год мы его здесь проводим. Здесь не в том, что мы демонстрируем толерантность по отношению к братьям нашим меньшим. Это, в принципе, гуманное отношение человека к человеку, к животным, к природе, ко всему. Такие фестивали учат добро. А добро, оно никогда не бывает лишним. И его никогда не бывает много. Ольга Борискина на выставку пришла вместе с мужем. Уверена, если хочешь обрести четвероногого друга, не стоит гнаться за эффектной породой. Счастье гораздо ближе. Просто посмотреть, пообщаться с собаками – это уже удовольствие. Поэтому, а вот такие милые щенки – это из приюта, мне кажется, взять животное даже лучше, чем как бы породистую какую-то собаку, потому что они, наверное, более верные. То есть, если хочешь настоящего друга, то лучше взять его именно из приюта. Мы сюда пришли, потому что здесь много собачников, мы тоже собачники. И кроме общения с собаками, у нас идет общение и человек с человеком, в том числе и по вопросу там, собачьего жизни, ухода, ну и такие собачьи вопросы. Забрать понравившиеся животные можно бесплатно. Новых хозяев сотрудники приютов проконсультируют по всем вопросам. Животные, содержащиеся в приютах, проходят процедуру обязательной вакцинации. В программе фестиваля также предусмотрены спортивные соревнования среди собак, детективный квест, творческие мастерские для детей, конкурсы и розыгрыши, музыкальная программа. За годы проведения фестиваля новый дом обрели более 1000 животных. Виктория Шара, Виталий Рылеев, Николай Епифанов. События.